Перспективы социально-экономического развития Ингушетии обсудили на конференции в НИИ Чаха-Ахриева. Мероприятие организовано Минобром Республики. На конференцию пригласили студентов, научных деятелей, педагогов, а также представителей министерств и ведомств. Поднимались проблемы развития различных сфер жизнедеятельности республики, социально-экономической отрасли и пути их решения. Участники конференции в своих докладах обозначили стратегии для дальнейшего динамичного развития региона. Хотелось бы обратить внимание на стратегию социально-экономического развития нашего региона, на имеющиеся государственные целевые программы, как федеральные, так и на региональные, ну и ряд других стратегических документов.